Республиканский штаб общественного наблюдения заключил соглашение еще с двумя некоммерческими организациями. Исполнительный директор Совета муниципальных образований Чувашии Станислав Николаев, комиссар регионального отделения российских студенческих отрядов Олеся Илларионова и руководитель штаба общественного наблюдения Александр Белов подписали документ в стенах нашей телерадиокомпании. Главная цель соглашения – создание условий для справедливого и прозрачного проведения выборов, которые состоятся в сентябре в Чувашии. Общественники будут следить за ходом проведения избирательной кампании, заниматься защитой прав избирателей. После подписания документов еще с рядом некоммерческих организаций республики начнется подготовка наблюдателей. К их обучению приступят уже на следующей неделе. Бойцы Чувашского регионального отделения российских студенческих отрядов активно вовлечены в деятельность общественных наблюдателей. Мы уже неоднократно принимали участие в тех или иных выборах. И, конечно же, эти выборы не станут исключением. И наши бойцы станут активными участниками в качестве общественных наблюдателей. Со своей стороны, понятное дело, мы будем участвовать в выборном процессе в качестве наблюдателя и сотрудничать с штабом общественного наблюдения, потому что, безусловно, это очень важное направление нашей работы, которое появилось последние два года, и мы считаем это перспективным направлением, и именно участие граждан, осознанное участие без какого-либо административного давления, на наш взгляд, на сегодняшний день является наиболее актуальным.